Всем привет, с вами Ами Мик, и сегодня мы решили снять для вас очень интересное, прикольное, развлекательное видео. Видео-разбор песни «Whatever It Takes». Давайте начинать. Итак, вообще, мне бы хотелось сказать, что разбор песен — это очень важный процесс. Это важно не только для английского языка, а в принципе это очень интересно, и многие песни несут в себе довольно такой скрытый какой-то смысл, который будет очень интересно, я думаю, понять и разобрать. Вот как раз таки, чем мы сегодня и займемся. Whatever It Takes — это песня, написанная одной из, наверное, самых популярных групп в наше время — Imagine Dragons. Whatever It Takes — это песня, которая рассказывает вам про то, что не нужно ничего бояться, что даже несмотря на то, что мир очень опасный, то, что многие люди что-то в вас не любят или где-то в вас не верят, вы должны двигаться дальше, делать то, что хотите, и все будет супер. Окей, давайте же мы начнем разбирать с вами первый куплет. Falling too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. Мы можем видеть то, как автор рассказывает нам историю о себе и историю об этом мире. То есть то, как он его воспринимает и так далее. Здесь он нам рассказывает про свои старания, про то, что он пытается что-то сделать, но также он говорит про то, что этот мир очень опасен, и то, что добиться чего-то бесплатно или без усилий сложно. Помимо этого, во второй части первого припева он нам рассказывает про то, что есть еще другие люди, которые надеются на то, что у него не получится, и в то же время это те люди, которые сами хотят чего-то добиться в этой жизни, но, возможно, где-то в себя не верят. А вообще, песня Whatever It Takes, она была написана одним из участников группы, Даном Рейнольдсом. И, соответственно, мы можем с вами видеть, что песня — это и есть история самого Дана и того, как он воспринимает этот мир. Берем следующую часть песни, которая называется Bridge Wars. Эта часть, которая нам с вами представляет определенные слова, подводящие к припеву. Вот. Называется про chores. Припев называется chores. Уже два новых слова. Окей. Что мы с вами видим в этой части? Здесь мы с вами видим то, как Дан показывает свои чувства по поводу того, что он готов делать просто все, что нужно. Run me like a race horse. Pull me like a rip cord. Break me down and build me up. То есть говорит то, что и ломайте меня, и наоборот, как бы, я все равно встану. Здесь он описывает именно свою целеустремленность и готовность к действию. Наша следующая часть с вами — это припев. В припеве как раз таки мы и видим название самой песни Whatever It Takes. Мы с вами видим его готовность к действиям, то, что он готов делать что-либо, когда-либо, но абсолютно он готов делать все для того, чтобы достичь своей цели. В припеве он выражает свои чувства о том, что он чувствует себя живым, и то, что он любит, когда у него в жизни появляются какие-то определенные такие челленджи, испытания, которые он проходит, и затем он становится сильнее. В данном видео мы хотели вам немножко подробнее рассказать о смысле песни Whatever It Takes, и также я бы хотела вам сказать такой момент, то, что песни играют очень важную роль в нашей жизни, потому что мы слушаем их постоянно, и они закладываются в наше подсознание. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны к тем песням, которые вы слушаете, и я желаю вам слушать только позитивные, классные, мотивирующие песни. Желаем всем удачи, do whatever it takes, and chase your dreams. Bye-bye!